Ирина Алмазова на праздник пришла с сыном Игорем. У него с рождения атипичный аутизм. Игорь не любит находиться среди большого скопления новых для него людей. Он такие праздники, где все свои, Игорь с мамой не пропускают. У этих деток мы тогда очень многому учимся. Поэтому они, наверное, нас начинают учат жизни, как вам сказать, отдыху. Актеры театра «Витражи» показали спектакль «Сказка о царе Салтане», после чего зрители ждали сладкие подарки от самарского филиала Всероссийского общества инвалидов. Этот день, когда мы говорим о своих проблемах, когда мы говорим о своих радостях, и радость детям, я считаю, это очень важно. Без добрых людей мы бы не делали столько добрых дел. Поэтому я вот искренне признательна людям, которые видят, слышат и помогают. В Самаре проживает более 4000 детей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы охватить как можно больше ребят дошкольного возраста, праздник растянули на 3 дня. 4 декабря театр кукол покажет спектакль «Малыш и Карлсон». А 7 декабря детский музыкальный театр «Задумка» выступит со своей программой. Стать зрителями могут дети, чьи родители имеют QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Для взрослых жителей Самары с ограниченными возможностями празднование Международного дня инвалидов пройдет во Дворце ветеранов. Никита Колосов, Николай Епифанов, «События».